Черкесске благодарственными письмами от руководства Республиканского управления МЧС отмечена работа сотрудников, принимавших участие в ликвидации последствий авиакатастрофы в Ростове-на-Дону. 10 марта дежурная группа в составе Амира Охтова, Умарби Гогушева, Артура Хачирова и Ивана Мирошниченко через считанные минуты после объявления АЧС выехала к месту крушения пассажирского самолета. По возвращении из ростовской командировки с сотрудниками Республиканского поискового спасательного отряда встретился руководитель Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Казбек Чехов. Он поблагодарил участников ликвидации последствий авиакатастрофы за слаженность в работе и профессионализм. Минимум людей, которые были затребованы от Карачаево-Черкесского отряда, они отработали на высоком уровне, как всегда, как профессионалы. Об этом подчеркивает и начальник регионального центра, просил передать от имени руководства регионального центра свои поздравления. Свою благодарность за ту работу, которую вы, уважаемые, выполнили. Руководитель Карачаево-Черкесского поискового спасательного отряда Андрей Мозгов вспомнил о случае, который произошел в нашей республике день в день ровно 19 лет назад. И вот там тоже удалось нашему отряду поработать. Это, наверное, была самая первая из серьезных чрезвычайных ситуаций, которая произошла на территории Карачаево-Черкесии. Там погибло около 50 человек. В общем-то, работы были достаточно сложные во всех ракурсах, ну и в первую очередь, естественно, психологически. Затем начальник Республиканского управления МЧС Казбек Чехов вручил благодарственные письма участникам операции в Ростовском аэропорту. Спасателю первого класса Амиру Охтову и спасателям Умарби Гогушеву, Артуру Хачирову и Ивану Мирошниченко.